вы реагируете на то, когда нас в клубе смотрит симпатичный парень? Нормально. Ну, вообще танцую дальше себе. Я на него не обращаю внимания. Танцуете для себя? Да. Нормально, хорошо. Отлично. Хорошо реагируем. Нормально. Это приятно, это повышает самооценку. Как вы себя чувствуете, когда на вас в клубе смотрит симпатичная девушка? Ну, прекрасно себя чувствую. Довольно. На нас не смотрят в клубе симпатичные девочки, больше потому мальчик. Что мы находимся в теме. Клуб, начнем клуб тем. На вас смотрят симпатичные мальчики? Шучу сразу. Я по клубам не хожу. Я, скорее всего, чувствую очень приятный взгляд на себе, который ласкает мою кожу на лице. От этого мне становится очень тепло внутри живота. И дальше? И дальше что-то становится твердым. А как вы реагируете на то, что вас смотрит симпатичная девочка? А я буду заинтригован. Я делаю это для того, чтобы... я понимаю, что может быть... Как вы относитесь к сексу на первом свидании? Неплохо. Я, скажем так, сопротивляться не буду. Плохо. Нормально. Секс на первом свидании? Почему бы? Это со знакомой девушкой или нет? Нет, с незнакомой. Ты? Скажем так... Какое свидание не имеет значения, главное, чтобы был секс? Отрицательно. Это ужасно. Можно не буду отвечать. Красавчик. Обычно поцелуй на первом свидании. То есть вы откажете девушке, если она вас затащит в постель? Но обычно откажу. Мы считаем это неправильно. Хорошо. Ком не думаем, но... С каким животным вы себя ассоциируете в постели? Кошечкой. Тигрицей. Бом. Кошка. Кошка. Тигрица. Тоже кролик. Кроли. Парочка кролей. В постели с животным? Наверное, просто с животным. Например? Ну, пусть будет конь. Обычно с леопардом ассоциируют. Наверное, какой-то нежный и шустрый. А Денис больше ассоциируется с акацией. Колючка. Дерево. Суслик с большими яйцами. Что, отгадай загадку. Туда-сюда обратно, тебе и мне приятно. Не знаю, да. Это из этих советских загадок, да? Это качели вообще. Вот, это правильный ответ. Что выше колена, но ниже пупка, а дырка такая, что влезет рука. У меня кроме пошлых и мыслей ничего не... Задница. Что это? О чем вы подумали, конечно. Мы думаем, это сегодня будет карман. Да. Ребята, 7 числа клуб «Секрет» организовывает вечеринку «Лалипап без обязательств». Мы вас приглашаем, приходите. На входе будут раздаваться чупа-чупсы для девушек бесплатно. I'm on the east side, coolin' with my chola. Now we at the bar, granola. Hit the Henny with the cherry tree cola. 7 июня в клубе «Секрет». Boulder, bang, bang, we will, Yoda. Pour it out, tip it up, keep that drink up in my cup. Pour it out, tip it up, keep that drink up in my cup. Pour it out, tip it up, keep that drink up in my cup. Pour it out, tip it up, keep that drink up in my cup. Hello, hello, we downtown LA, ghetto. She got her ass on her.